А перед началом ролика хотел бы вас попросить подписаться на канал, нажать на колокольчик, а также комментируйте, ставьте лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас очередной проект, очередной джем. Все как обычно построено на Binance Smart Chain, BIP20, друзья. И давайте уже приступим к рассмотру данного проекта. Проект у нас молодой, свежий, ему 2 дня. Также можете присмотреться, анализировать, думать, инвестировать в него или нет. Давайте рассмотрим более подробно, что у нас здесь есть. Довольно-таки прикольное и необычное название. Называется Samurai Cat. Вот такие у нас кошечки здесь, самурайские. Самурай... У нас ничего здесь необычного нету. Название самурай и также токен самурай кэт. Да, ничего здесь сверхъестественного, необычного, здесь ничего не придумали. А максимальный supply вот это количество токенов, огромнейшее количество. Налог у нас в размере 10%. А получается 50% на холдеров, 50% на ликвидность. А также у нас уже было сожжено 50%. И для того, чтобы покупать или продавать эти токены, нам нужно ставить проскальзывание, slippage от 11 до 14. Вот такая вот у нас информация. Здесь есть телеграм-канал. В принципе, друзья, сайт у нас такой одностраничный, простенький. Так, да, вот видим, это у нас будет NFT в будущем. Также у нас будут листинги на CoinGecko, CoinMarketCap, также на биржах, когда у нас будет увеличиваться MarketCap, а также количество холдеров. Далее у нас еще будут экстра бонусы, когда у нас будет увеличиваться количество подписчиков в телеграме и будет при этом проводиться сжигание, чтобы также стабилизировать курс, а также поднять его на новые высоты. Друзья, вот такой сайт, разбирать здесь особо нечего, также оставлю в описании, переходите, ознакомьтесь и уже принимайте решение, так как я не делаю инвестиционных советов, а решения вы должны принимать самостоятельно. Просто даю вам информацию о существовании данного проекта, называется Samurai Cat. Давайте теперь посмотрим по графику. График у нас на Pocoin. Видим, в принципе, у нас довольно-таки нормальное сейчас положение, восходящее движение, такая у нас техническая коррекция, потому что без коррекции никуда. Если мы не откорректируемся, мы выше можем и не пойти. Видим, у нас по объемам в основном преобладают покупки, все у нас зеленое. Также внизу, если мы опустимся, видим, что у нас все в зеленом цвете. И видим, что у нас сейчас только в основном покупают. Вот такая информация, друзья. График мне нравится, проект в самом начале, он свежий, 2 дня, поэтому это еще не полноценный рост, как мне кажется. Мне кажется, еще здесь можно иксануть очень хорошо. Поэтому ссылка в описании, переходим, ознакомливаемся и принимаем решение. Видим, у нас market cap уже 184 тысячи, также на ликвидность уже 13 тысяч у нас есть, даже более. Полезные ссылочки, транзакции, контракт и холдеры. Обязательно переходим, ознакомливаемся и изучаем эту информацию. Да, в принципе, как я и говорю в каждых роликах. А здесь у нас есть адрес контракта для того, чтобы добавить себе в MetaMask, а также в Trust Wallet. Вот у нас общее количество Samurai Cat, также как и название самого проекта. Холдеров у нас уже больше 1000, также трансферов 3800. Видим, что транзакции очень часто происходят. Буквально каждую минуту какие-то обороты у нас происходят. Давайте открываем последнюю страничку и смотрим, что у нас проекту, извините, ошибся, у нас 3 дня, а не 2 дня. 3 дня и 30 минут. Вот такая вот информация о том, что очень молодой проект и можно на нем, конечно же, заработать, потому что на джемах сейчас очень сильно люди могут поднимать бабло, потому что это иксовые проекты. Даже если он кажется, что он не такой уж и крутой, он может хорошенько выстрелить и в дальнейшем очень сильно развиваться. Друзья, давайте посмотрим еще по социальным сетям, что у нас здесь по проекту, какое количество подписчиков. Это очень важно. У нас есть телеграм-группа, можете также переходить в нее, ознакомливаться. Если какие-то вопросы интересуют по проекту, пишем админов, и они вам с радостью отвечают в течение 1-2 минут. Проект прикольный, название прикольное. Если еще, конечно, будет запускаться NFT Samurai Cat, я думаю, это будет очень неплохо. Друзья, ссылочки будут в описании, переходим, ознакомливаемся. Это не инвестиционный совет, решение вы принимаете самостоятельно. На этом буду заканчивать. Также не забываем подписываться на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно свои комментарии, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие ролики, это очень важно. Нажимаем на колокол, прям бьем по нем. Всем, конечно же, профита, друзья. Пока-пока.